Манухов. Катил вперед. Так, хороший вход в зону. Шумаков посмотрел налево, решил все-таки сам катить на ворота. И шайба в воротах, оказывается. Я не знаю, может быть, тут какие-то просмотры. Будет Акбарс требовать, может быть, не будет. Но пока фиксируем факт, что шайба в воротах казанского Акбарса побывала. Давайте дождемся теперь реакции от судей, от Акбарса. Зернов, немного не повезло, что как раз Акбарс в этот момент менялся, и выскакивали игроки прямо перед Зерновым. Но все равно нашел там он Ильи Михеева. А вот здесь хороший пас, бросок и шайба в воротах. 2-1. Сергей Шумаков делает дубль. Неудержим этот форвард сегодня. И вообще по ходу этой серии мы вспоминаем там вот тот гол Гранлунда. Он же мичиганский, он же еще там есть ряд других наименований. Будь там четвертый хотя бы игрок на льду в зеленой форме. Так, шайба здесь по перекладине, кажется, чиркнула. 5-3 продолжает авангард разыгрывать шайбу в зоне атаки. Шумаков и хет-трик от Сергея Шумакова все-таки никуда не делся. 3-1. Авангард забивает в большинстве. 3 из 3 у Сергея Шумакова сегодня. И вот теперь Сергей Шумаков уже точно лучший снайпер этого плей-офф. Независимо от клубных пристрастий. Здорово, все разыграно. В общем, мы видели уже вот этот вариант с передачи на Шумакова. Но в предыдущем случае там удалось заблокировать этот бросок. Здесь уже не успевает защитник выдвинуться. Подъепольский тоже перемещается, он тоже не успевает. Но и Шумаков расстреливает ворота.